Блин, это просто... Я не знаю, мне хочется плакать, но это слезы счастья. Мне сутки потребовались, сутки. Я вчера пытался раз 15, не получилось, уже лег спать. Я с этим проспал, мне снились полтергейсты. Они скидывали мои носки, шмотки, не знаю, там что еще, микрофоны. Все скидывали, все швыряли в меня, это было ужасно. Это были отвратительные кошмары, я даже не мог нормально искупаться. Я сегодня чистил зубы и в окне видел полтергейстов. Зашел сегодня и потратил еще примерно 10 попыток, чтобы это все сделать, и не получалось. Я уже все, ну все, уже руки, ну опускаются, уже все, ну, пожалуйста, на руки поднимитесь, они опускаются. И я попал. Всего два раза. Две обычных пульки, свала, и, собственно говоря, полтергейст сдох. Ох, как же хорошо. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. Ну что ж, ребят, новая серия по мизерюшке. Предыдущая серия прям зашла на ура просто с двух ног. На самом деле, наконец-таки люди порадовались тому, что был экшон. И прям всем зашло. И вал, и калаш, и прям повоевали. И плита, и монтаж людям нравится. Вообще все заебись. Поэтому, как бы, продолжаю стараться, ребят. С вашей стороны только, ну, одна просьба. Это, ну, опять же, актив ебашим. Прям вообще лайкосики прожимаем, там, не знаю, советуем друзьям, ВКонтакте в группу вступаем. Собственно, ссылочка в описании есть. Тут комменты, лайки пишем. Ну, стандартная тема, как говорится. Особо это затрагивать не буду. Просто имейте в виду, ваш актив меня жестко мотивирует на то, чтобы каждый день снимать серию. Что-то еще и монтировать, чтобы это все было красиво, на эмоциях и хорошо. Вот, поэтому здесь закончили. Продолжаем играть. Я зачистил полтергейста. Сейчас поснимаем с контролеров... тело силы повреждения. Блять, да ладно, это столько минус денег, елки-палки. Сейчас забираем с контры, вот там забираем тайники в аномалии, возможно, ищем себе какие-то артефакты. Потом, наверное, пойдем возьмем задание у наемников на хавку, как бы оно, в принципе, нужно. Хотя их, по факту, можно этих наемников просто убить и не париться, но я, наверное, лучше сделаю с ними квест. Вот, что будет дальше, пока не знаю. Просто закрываем, как говорится, дыры, которые есть на затоне. Блин, то, что контрабес поломаны, это сейчас меня просто расстроило. Настолько, что я хочу плакать, потому что контрабес это по деньгам очень сильно. А если он поврежден, то это печаль. Так, тозик. Но это сейчас, кстати, я все сразу сломаю. Я взял с собой ломик. Блять, как же ты пищишь, зараза. Это просто мрак. Точно, секундочку. Как говорится, онлайн, без смс-регистрации. Заходим, и я, короче, на полборта убавляю звук. Мне просто многие люди писали, что игра местами слишком громкая. Тело сильно повреждено. Да это, блядь, да что это такое? Я дал по два выстрела в голову. Я не снял ничего с контролера, вообще ничего. Даже мясо не снял. Псевдособака, слепой пес, плоть. Да, ничего с контролеров не сняли. Это что со скальп? Это стейк кабана. Ну, это просто, это фарш. Два контролера убил выстрелом в голову, как бы. Сильно поврежденное тело, блядь, снять невозможно. Может, в этом и суть, что я попал в голову и размазал именно мозг, а у него самое ценное это мозг. Ну, хотя бы скальп дали или мозг, ну, что это за приколы? Ай, что-то я вообще взгрустнул. Я просто думал сейчас, что я здесь деньгами покроюсь. Ну, то есть, два таких куска, что-то раньше там по 6, по 7 тысяч за составляющую были. На контролерах можно было просто выезжать настолько сильно, что ты в списке Forbes подскакивал на 5 позиций. Просто, как бы, сразу поджимал рейтинги Илона Маска. А здесь, как бы, ну... Это, короче, странно. Так, ладно. Кстати, я даже трупов военных не вижу. Здесь раньше вроде были. А, вот там один есть, одинёшенький, на этом все. Сейчас, кстати, игра даже не вертолет, самое главное. Сначала сходим за инструментами. Я просто молюсь всем богам, там, Перуну, Одину, чтобы сейчас там лежали тонкая работа. Что если их не будет, то это вообще провал всей моей системы. Ибо деньги уже копятся помаленьку, потихоньку. Бля, я сейчас опять видел свой костюм, который после той стычки с собаками, блядь. Он просто, он так сильно поломался, и мне его даже сейчас починить нечем. Я не брал с собой ничего. Тут только вал. Кстати, вал очень сильно изнашивается. Просто жопа как сильно. Прям надо будет ему, короче, вкачивать надежность. Иначе это... Ну, одна плотная баталия. Где-то примерно 5 рожков улетает и все. И как бы сам вал улетает тоже в утиль. Неприкольно. А что я использовал? Я заправил зажигалку? А, ну бывает. Короче, у меня деньги уже копятся, а прокачка не идет, потому что второй слот... так, это забираем. Второй слот, потому что без тонкой работы. А вкидываться кардану здесь, ну, каждый раз, это слишком смешно и слишком дорого. То есть у кардана, как бы, тут заход с водки, причем только с Немирова. А это, как бы, каждый раз что-то по 5-6 тысяч рублей. И сами понимаете, ну, то есть надо сразу прийти дотошно, с большой суммой, закинуть ему водки в хлебальник, прям запихать, прям бутылки. И, собственно, сразу пойти прокачиваться все, что хочешь. То есть за один заход, ну, максимум за два. Это, как бы, ну, логическое действие. Так, фонарик, ну-ка.
А, мои шуи хоро... Тонкая. Тонкая работа. Блять. Радость. Радости не было предела. Так, ну сюда мы еще вернемся. Сюда мы еще вернемся. Тонкая работа. Она. Она родимая. Все, у нас full комплект у Кардахи. Получается тонкая грубая калибровка. То есть полная прокачка. Сейчас будем смотреть, что там нужно по статам уже. Меня пока что все устраивает из того, что у нас есть. Калаш. Единственное, что вот после этой битвы в лесу с собаками я понял, что калаш меня не устраивает. Все-таки как второе оружие мне надо, чтобы у меня шел именно, шла вот эта сайга. То есть с коллиматором, с прокачками, но шла сайга. То есть мне нужна сайга на второй слот. На первом мне идет, собственно, штурмовая винтовка, это вал. Вот такой комплект будет просто идеален. То есть сайга плюс вал, все, я превращаюсь, не знаю, в ебучего джаггернаута, который будет просто бежать и все сносить. Калаш все-таки слишком много. Он также патроны выплевывает, как и вал. И как бы не шибко-то он меньше стоит, знаете ли, по деньгам. То есть тут ценники на патроны на все дичайшие, кроме пистолетных и, собственно, дробашных. Так, товарищ военный. Ох, нихера себе! Сержант Газда. Спасибо, товарищ Газда. Кстати, а вот в этих штуках я что-то раньше не просматривал. Что-то есть вообще? Не, походу, нихера, да? Вообще нули. Я, кстати говоря, все это время не чинил ножики. Вот это вот перед этой ходкой хоть додумался их поточить. Что ножу уже полный пиздец. У меня где-то есть там набор для наточки на базе. Надо сейчас будет его сохранить, короче говоря, и доставить на базу. Так, прицел снять. Я, наверное, сразу сейчас это пополомаю. Давайте использовать. Как говорится, на месте, чтобы это с собой не тащить. Браунинг. Мне даже мусор не нужен, потому что для ремонта там и так далее, это вся херня. Типа, он как-то даже в ход не идет, там не особо большие проценты. Так, 26-процентный ТОС. Сейчас мы карты получим, заодно посмотрим, что у нас с ценником будет лоцмана, потому что до этого был чирик. То есть 10 тысяч туда-сюда обратно ходить не получится, прям, ну, прям спокойно. То есть ты туда сходил, обратно сходил, 20 тысяч у тебя ушло на проезд просто. Это как бы такое себе. Ну, тут военные прям с хорошей амуницией, жалко, что их всего двое. Все, больше ж никого нету. Ладно. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Ну, замечательно, карты получили. Так, последний военный. О-хо-хо! Блин, ну это место, конечно, это благодать для снайпера. Если ты играешь за снайпера, это просто благодатька. Нам, к сожалению, нельзя такие вещи использовать. Мы все-таки штурмовик, который штурмуется жестко. Ну, кстати, в прошлой серии я прям подтвердил звание штурмовика. Ворвались наемников, не знаю, вообще бесцеремонно и беспардонно. Так, давайте смотреть. Прицел отщепляемый. Все остальное, наверное, на излом идет сейчас у нас. Хотя, кстати говоря, как СУшка, может ее догнать до 50% и продать? Как вариант. Я слышу опять зомби, задолбали. Просто какой-то слет зомбарей. Так. Блин, сейчас это опять займет все очень много времени. Вот это самая большая беда. А КСУшка реально 46-процентная. Если ее слегка подогнать, мне кажется, можно продать. Просто единственный вопрос, насколько это вообще профитно. Сколько КСУ стоит у того же Сыча? Мне кажется, не самая ходовая вещь. У меня 93 килограмма. Жопа. Прям дохерища. Я, конечно, понимаю, что до хера мусора понасобирал, но... Некомфортный вес, надо сейчас костюм реально на минус вес прокачивать. Если хотя бы минус 5 килограмм будет, я уже буду счастлив. Так, у меня контейнеры... А, у меня еще контейнер на пятеру. Да, это еще и зомби, который с оружкой. Надо пойти наказать его. Только с одного патрона, пожалуйста. У меня боезапас, что-то примерно 6 патронов обычных и 3 бронебойных. Нам еще как бы обратный путь держать. Сказал с одного по... Ты чё? Дядька! Сказал с одного патрона просто куда-то в молоко вы... Но это беда вот в том, что как бы, ну, ты с ПСОшника вблизь работаешь, но это херь полнейшая. Надо нормальную себе сайгу заиметь для ближнего боя. Это просто, это уже не смешно. Сейчас от стыда просто сгорел, чтобы вы понимали. Я покраснелась, как помидорка. Так, тозик сломать. Большие веса, большие. Надо сейчас что-то будет делать. Сейчас как-то будем крутиться вокруг этой сайги.
Надо догнать ее до 25%, и дальше я смогу ее починить. Чтобы это сделать, нужны, короче, составляющие. Уже, кстати, я детальки какие-то вижу. Но там, по-моему, мелкие детали на Сайгуне работают. Только крупные. Что у нас здесь? Тяжелый оружейный мусор. Кстати, мусор я, наверное, сразу буду выбрасывать. Вот у нас появилось, получается, запчасти маленькие. Да-да-да-да-да-да-да. Так, и тотик надо еще сломать, потому что он слишком... Нет, не контейнер, а монтировочка Фримена. Где еще тотик второй? 66-й. Иди сюда. Блин, я вот думаю, может быть, надо было для начала все-таки к наемникам сбегать, все поделать, тайники посмотреть, уже потом идти. Сейчас просто я буду груженный, как баржа, блин, и будет тяжелый поход. А нам сейчас реально, как бы, ну, придется идти и очком своим торговать. То есть путь до базы, либо мы платим 10 тысяч проводнику и доходим до базы без проблем, либо мы сейчас идем обратно без патронов. Я реально пуст, без наеба, нету ничего, только гранаты. Так, артефакты есть, но это логично. Бля, нихера себе. Там красная зона радиации. Здравствуйте, приехали. Есть протектор? Вот это меня жихнуло. Бля, что, протекторы кончились, что ли? Блин, там же заправская пачка была. Куда я сожрал ее всю? Ну, либо я не вижу. Скорее всего, ее просто нету. Да, я, по-моему, сожрал ее. Есть антирады, конечно, да, но... Бляха, ну ладно, поехали, хер нам, пацанам, как говорится. Других вариантов у нас особо-то и нету. Не начипить особо на себя нечего. Верблюжий горб, кстати, вроде бы бьет как раз-таки по электре. Ну, я вляпываться не собираюсь в электру. Поэтому можно и так зайти. Бля, это прям что-то жестко, я прям ощущаю. Тихо-тихо. О! Ёб твою мать! Ну как так навернуться-то можно было? Там снежинка! Бля, это очень хороший артефакт. Там еще второй какой-то хороший артефакт. Ну, жоп, вот что бывает, когда, как говорится, не лазишь по аномалиям, собираешь артефакты. Блять, но это надо как-то забирать. Не знаю, как это надо забирать. Вообще все забирать. Похер на радиацию, как бы. Вот это прям нормальный подгон. Блять, ну не бей ты меня, зараза. Давай, давай, прокай, я забираю. Оп, один есть. Бля, что у него по фону? По-моему, он фонит, как зараза тоже, блин. У меня только один контейнер, но лучше сейчас свои сразу эти ограничить. Сколько здесь? 22 микрозиверта! Максимальный вес, восстановление сил, 26%, электрозащита, псизащита. Блин, хорошая штука, заражение ран, правда, очень жесткая. Так, закидываю ее в ящик. Я вот еще думал купить себе второй ящик, но потом посмотрел, просто эти коробки по 5 килограмм весят, понимаете? Вот в чем ситуация. То есть я бы брал их про запас, ну, хоть какое-то количество, но, блин, реально, 5 килограмм веса коробок. Как бы особо не разгуляешься, даже если ты очень захочешь такой, ой, пойду за артефактами. Либо у меня сейчас беда именно с весом в общем, то есть, ну, плохо сбаланс... Бля, пиздец, жизни просто выкипают. Поехали, научка. Раз... Шприц 2. Ебаш, ебаш сразу, братан. Ебаш, просто тыкай. Стоим в красной зоне. Ну, тут просто плавит. Вообще плавит. По-страшному. Так, 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 так. Аккуратно, на цирлах. Блять, на цирлах. Да, и он прям в аномалии, да? Ну, конечно, бля, Петрович. Так, ну я сделал все максимально красиво. Тихо. Ну, забрали, забрали, забрали. Правда, радиация до сих пор меня душит. Она просто из меня ничто делает. Так, что у нас по венгерскому не по фону? Ладно, это херня. 6 микрозивертов, это вообще, это, ну, это пустота вообще. Практически ничто. Как это сейчас отбалансить, я даже не знаю. Сейчас реально склеюсь. Почему так много радейки залетело? Там настолько ебейшая зона, что ли? Меня просто плавит. Блять, алё, ну давай второй вколем антирад. Там у антирада что-то на минус 1500 залетает за 11 секунд. Он вообще, он не может меня спасти, он не может отбалансировать, блять. Что? В полной панике, потому что я не знаю, что с ним делать сейчас. Ну, очевидно, надо сейчас экстренно принимать вот это все в себя. Но мы в полной заднице. Сейчас пойдет второй военный стимпак, 100%. Красная зона радиации, она не выводится просто, она не уменьшается, я не знаю почему.
Я уже захавался всем, чем мог. Она вроде мигает. Ну хотя бы до желтой понизься, пожалуйста. 6 микрозивертов от этого арта не может мне так наносить. Ну такой урон сумасшедший. Просто не может физически. Аж, блядь, жрать захотел. О, желтая зона, наконец-то. Все-таки сработала. То есть там реально сама по себе зона такая, что накидывает прям просто сотни. Так, ладно. Долго, короче, сейчас нельзя расселяшиваться. Сейчас пойдем заберем тайник и просто помчим дальше. Потому что других вариков просто не вижу. Блин, да эту лишнюю шушу уже, наверное, прям бы на месте, конечно, переработать, чтобы она не мешала. Опять красная зона. Да ладно тебе! У меня жизнь просто растекается. В смысле, это от арта, который фонит на плюс 6? Это что, шутка какая-то, что ли? Пиздец. Второй арт у меня заныкан, ну все правильно, арт на плюс 6, да я ходил с этим, с огненным шаром в кармане, он так не давал. Что за приколдес? Алло, исчезни, мразота. Я в охерах, ладно, окей, так, тайник нахрен, потом заберем наемников тоже нахрен, потом с ней поговорю. Что-то я вообще потерян. Надо сейчас найти сталкеров, и я бы даже, наверное, заказал себе транспорт до базы. Я просто откисаю. Говорится, в эфире, без смс регистрации, без минус радиации еще. Да все, что есть, все закидываем. Блин, ресурсы тратятся беспонтово на... вообще на ничто. Ну, вроде желтая зона не такая... Ну, блин. Я в таком формате не дойду до базы 100%. Что это за пиздец был? Бандиты, что ли? Сейчас еще один стимпак пойдет, скорее всего, вход. Самая беда, что после каждого стимпака жрать хочется просто невероятно. Геркулес можно схавать тоже. Бля, ебать, меня плющит. А, так я до сих пор жрать хочу очень сильно. Ведь я же брал с собой хавку, батончики, жри все, что есть. Я поэтому стимуляторами не пользуюсь, кстати, нихера. Они проактивные, конечно, во время баталии спасают, но... Как же они жестко подбивают тебя по еде, просто невероятно. С аптечка так сильно не душит, как эта тварь. Блин, мне глюкозы, больше нихера с собой нету. Это вся хапка, которая была. Могу только энергетосы накинуть. Блин, я готов сейчас заплатить просто хорошую сумму, блять, охуенную сумму за доставку моего тела к базе. Не вижу сталкера, надо сейчас выйти и осмотреться. Вообще похеру, хотя бы до Шевченко подкиньте, пацаны, я вас умоляю. Дядьки совсем плохо. Блин, тут же были сталкеры до этого, куда, блядь, делись? Кто-то стреляется. Так, походу там снизу сталкеры все-таки есть. Да, да, это бандиты. Патроны кончились. Нам не хватало приколдесов, да, и, блядь, типа радиация. Да, блядь. Я же не могу пристрелиться к этому патрону. Там еще псевдопес бежит. А там еще жив, а мне воевать. Есть калаш, 140 патронов, ебать. Ксюха в действии, поехали. Пиздец, я заражен настолько. Блять, что от любого харчка убираю. Че тупим, говорит, где ты, засранец? А где он реально? Я не перезарядился, что ли? Так, бля, это что за косяки такие? Пиздец. Брат, у меня ствол клинит. Просто жопа, брат, я откисаю. Братан, брателла. Пожалуйста, откинься, бля, мне есть чем хиляться? А хиляться больше нечем. Нет, стимпак еще был. Блядь, ну все, походу. Блядь, я аптечку херанул и стимпак ёбнул. Все, что было, какие-то документы пацаны несли. Да сука. Я не к вам шел, бля, я сейчас все ресурсы проебу. Давай, наверное, пока есть жизнь, ёбнем себе еще один антирад. Блять, я шел искать сталкеров, которые смогут меня отвезти на базу. Вы явно не те, кто мне нужен. Пиздец, ну придется сейчас идти пешком, получается. О, радиация, кстати, снизилась прям конкретно. Блин, нахера я продавал все таблетосы, которые я нашел у этого, у Тремора. Надо было оставлять. Я что-то был уверен, что я типа, ну они мне не понадобятся. Как же я ошибался. Бля, может Геркулесов ебашить. У меня вроде так, это эпинефрина плюс сила. Там по пути, блядь, какие-то странные хомяки бегают. У меня просто нет жизни, чтобы до базы идти. Посмотрите, они исчезают.
Есть чем хиляться еще? Ну, последняя аптечка осталась. Я не знаю, тут еще что делать. Блять, какие нахер собаки? Ну, господи, ну что происходит? Там тоже бандиты. Сука, да почему? Ну что? Что за день? Что за денек? Что за денек? Что за денек? Чудесный день, блядь. Да... Понятно. До этого, короче, куча сталкеров была, которая могла мне помочь. Теперь у нас... Бля, ну давай, ебашим Геркулес. У нас еще варианты могут быть. В момент, когда мне нужна была доставка до базы, нету ни сталкеров, ни хера, радиация жарит. В воду заходить нельзя, я идти не могу, у меня перегрузы, я жрать хочу, жрать нечего. Уши мясо голое есть, я хрен знает. Можно, конечно, выкинуть лишние составляющие, но мне особо не поможет, мне кажется. Ну, жизни пошли в гору. Это последняя аптечка была, я, насколько я понимаю. Пиздец. О, это наш, наш, наш проводничок. Живи, кореш, сейчас помогу. Собака сзади. Блядь, нет, не умирай. А за что, блядь? Это последний проводник, который мог просто 15 собак. Блядь, да за что? Брат, пытаюсь затанчить. Что? Он же мне нейтральный был. Походу, они убили лидера группы, да? Нет, лидер группы еще жив, на карте вижу его. Брат, брат, живи, пожалуйста. Блять, что происходит? Мне руки вверх закидывают. А что такое? А что такое? Я вырубаюсь. Я вырубаюсь. Пиздец. Да ёб, опять клин. Давай, 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 давай. Нет, 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 не трогай меня, зараза. Так, все овса завалили, отлично. Тоже завалили. Бля, он чё, сдох, что ли? Живи, кореш! Сдохла вся эта псина. Блин, да я вроде по всем раздал, кого-то надо было убить, а всех убил. Слушайте, Ксюха, блядь, говным говно работает так, как надо, как говорится. Свои функции исполняет, знаете ли. Да, они ёбнули чувака. Не надо ставить. Просто тут гора трупов. Блядь, тут реально... Я хочу просто на Скандовск. Доставьте меня на Скандовск, блядь. Точно началось тут такое, блядь. Так, короче, ребят, я переиграл аж с самого начала. Где мой нормальный антирадыч? Не буду я так рисковать, полная жопа получается. Очень много там радиации. И, короче, те 400 тысяч рублей, которые я получаю с того арта, они того не стоят. Просто не стоят. Сейчас заберем тайник, поговорим с наемниками, короче, все нормально, все красиво и все в цвет. Я больше вот так без коробок забирать арты не стану, как в прошлый раз. Я вспомнил, что у меня в прошлый раз было, что мне позволило потихонечку, но до базы добраться. Просто немножко подумал и вспомнил. Я перед тем, как полез в ту химозу и до этого в химозу, сожрал Рад Протектор. Тут просто Рад Протектор очень мощный, они там по 1200 секунд работают. Его можно реально заранее съесть, и он будет прям, ну, хорошо сдерживать всю эту херню. Вот, поэтому как бы, ну, мой косяк с моей стороны, больше делать не буду, это было слишком промечиво. То есть по 6 микрозивертов в секунду, ну, капало, 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 ну и, как бы, сами понимаете, накапало. Так, да, опа. Я как бы за этим телепортом и шел, если уж на то пошло, а тут кабаны. Ну. Прости, бронебойный калибр, я в курсе. Это, кстати, довольно странно, что я в битве с псевдопсами вот там воевал, как бы, ну, Ксюхой. Ведь мне выпало 20 патронов бронебойных с какой-то нычки, я так понимаю. Я мог спокойно их зарядить в свой калаш и херачить калаша с этого. Я почему-то дрочился с той Ксюхи. Блин, да куда жизнь улетает? Сраная радиация. У меня все уже вроде как позапихал, куда нужно было. Она, блин, не уходит и не уходит, хоть усрись. Так, очищенная вода, минус радиация, 6 микродиевитров в секунду. Давайте бахнем ее тоже. Что-то я не знаю, какая-то приколдесная аномалия. Зашел в электро, хапнул какую-то радиацию, подкожную что ли, или что? Оп, нам сюда. Тихо.
Вот там тайничок, нужный мне. Тут, кстати, я тоже слышу аномалию, но сейчас может посмотреть. Мне ничего не будет. Там просто тоже череда аномалий, но как бы ладно. Сейчас заберем то, что надо, как говорится, и пойдем по своим делам. Тихо, только не подсасывай, пожалуйста. Оп, тайничок, а здесь у нас что? Как раз ремкомплект для пистолетов. Ну, то есть, для нас это как бы благодать, это для Вала ремкомплект. Все остальное, в принципе, не так важно. Тут, по-моему, какие-то еще мелкие тайники где-то были, то ли в коробке внутри. Ну, что-то мне так впадло искать, что гораздо проще просто исчезать, да и уйти. Чтоб все мозги не заебывать. Надо просто уже добраться до базы, хочу добраться до базы с инструментами, со всей херней, то есть, ну. Так бы мы зачем все это собирали, чтобы по итогу потом до базы не добираться? Ладно, в контейнер, хотя, ладно, сейчас. Чтобы потом меня совесть не мучила, что я контейнер не проверил, сейчас прям сходим. Блин, что сажать еще по весу, что на 70 килограмм? В принципе, не лютый перегруз, не знаю. А, сейчас, я еще и без верблюжьего горба. Ощущаю, что не могу нормально даже ходить. Мне это не нравится. Хотя обычно просто ходить он может всегда. Тут, по-моему, тоже раньше где-то нычка была. Бля, разные анимации. Он даже с рукой, с детектором делает это дело. Красавчик. Вот тут разве ничего не было в контейнерах? Как бы сейчас эту тему еще обойти, я просто подумал, что... Ой, блядь, я понял. Контейнеры фонят просто мрак как. Короче, не, пошли по своим делам. В никуда амуниция полетела. Вот просто в никуда. С этой радиацией, с этой жратвой, блядь, с тем, что мы играем за штурмовика, которому просто крайне необходимо постоянно что-то подъедать. Прям бесит. То есть за условного разведчика можно и медикаменты жрать, и он там только, не знаю, после 25 доз сможет тебе пожаловаться на то, что он кушать хочет. Это же, сука, проворливый комбинат. Севшие батарейки, нахрен. Но это все нужно, карты нужны. АПС, кстати, это вообще топ. За свои деньги. Лишний инструмент я скинул. Похавать, ну, в принципе, я могу еще еды докинуть, если тебе прям плохо и прям урчит. Кириешки последние, больше нету. Последние на земле кириешки. Вроде бы с едой проблему решили. Так, товарищи наемники, не стреляйте. Я как бы, ну не то что свой, но помогу вам с хавкой. Хотя, блин, в мизерюхе отдавать им еду. Вообще, конечно, гораздо лучше их разъебашить. Ну это правда, это факт просто. Там куча всякой фигни. Просто за снайпера там инструменты спавнятся у них на заднем дворе. За штурмовика они-то не спавнятся. У нас инструменты в других местах. Но ради ачивки, ради квеста, я им, конечно, хавку принесу. Эй, сталкер, стой! Нет, не будет никакого разговора даже. Шел бы ты отсюда! Я не собираюсь сюда болтать с каждым любопытным сталкером, который шастает здесь. Это наш лагерь, ничего рыскать по территории. Мои парни так нервны с голодухи. А, я понял, о чем ты. Я принесу тебе еду. Так, что ему нужно? Пару разных видов консервов, свежего хлеба по 6 штук. Убедись, что сможешь донести, если не... И что? Консерв и хлеба по 6 штук? Что-то я задумался, правда, а надо ли их спасать, этих засранцев? Может, он того не стоит? От слова совсем. Ну ладно. Блин, путь не близкий вообще. Я не знаю, почему Скадовск расположились здесь? Они же по состоянию типа одинаковые. Я про Шевченко и про Скадовск. Шевченко находится по центру локации. Блядь, сделали бы на Шевченко. Было бы ближе со всех сторон. Нет, запиндюрили в конце карты. Приходится сталкерам ходить, жопу надрывать. Дорога дальняя. Я, зараза, как здесь много расплодилось-то, а? В натуре они просто повсюду. Бля, конечно, отработал, но патронов нету, поэтому эти бандиты будут жить. Реально, после этого задания бандосов стало очень много на карте. Прям они мешают мне нормально передвигаться, это прям бесит. Я сейчас, короче, шел и на очко так сильно сел, что посреди болот сзади бежит плоть. Но я думаю, такой, не буду трогать, хер с ней, с плотью, типа, это не страшно, можно уйти, не проблема. И что вы думаете? Через секунду за плотью. Выходит херня из инвиза и начинает ее просто бить, и это кровосос. Я такой, пожалуйста, плоть, беги в другую сторону, уведи его от меня. Но она, короче, вела, она молодец. Он меня не тронул. Я смог уйти спокойно. Так. Ну, сейчас понесется фиеста, вечеринка, как говорится, в канале и веселье. Ну, рассказывай, я видел. У нас по заданиям, какие артефакты нужны? Пузырь, пустышка, пламя. Пузырь, пустышка, пламя. По-моему, ничего из этого у нас нету. Если не ошибаюсь, у нас снежинка есть.
Не знаю, нужна ли тебе снежинка, сколько вообще снежинка стоит. Вроде как артефакт очень сильный, давай сейчас посмотрим. Я, наверное, пока буду сразу продавать, потому что нужны бабки. Надо что-то делать очень быстро, потому что 22 микрозиверта, как бы это в секунду, это жестко по ценнику. 13 тысяч, нормально. Не третьего уровня арт, но и не первого. Типа нормальный артефакт получился. Так, товарищ Кардан. Сейчас будет просто... Кстати, интересно, то, что я инструмент приношу, влияет как-то на ремонт? Нет, я сам починю. Ценник 6900, предположим, вот полимеры стоят. Инструменты отдали. Это как-то влияет, типа? О, достижение оружия гильдмастера получил, отлично. Нет, ценник такой же. Так, ему нужна, именно написано, водка немиров. Водка немиров, сейчас будем ему скидывать. Мне вроде как больше скидаться-то нечем. Так, единственное, что здесь есть патроны, которые можно... да, можно продать АПС-ку. АПС-ка это сильно. Журналы, кстати, он очень хорошо берет. А, карты сейчас отдадим еще лоцману. Мясо продадим, получается, бороде. Ух, слушайте, да не, сейчас по деньгам вообще будет шикарно. Прям 68 тысяч, как бы, ну. А лучше мечтать не приходится. Это прям, считаю, просто предел. Единственная сейчас беда, надо будет думать, что вообще делать с огнем. С огнеупоркой не то, что проблема, ее просто не существует. Так, значки военных, мне кажется, чуть ли не по 1000 рублей, но сколько тысяч. Мясо нахрен, все, шкуры. Это стойка с кабана. Мне бы какие-нибудь шкурки на огнеупорность. Вроде как были какие-то, но я походу просрал их, либо скинул, черт его знает. Сейчас глянем. Так, товарищ Лосман. Здравствуй, Стар. Я нашел для вас карты. Да. Ну-ка, смотри-ка, довольно детально все. В нашем деле нельзя мелочей из виду упускать. Если хочешь остаться в живых, ага, гляди-ка, судя по картам, между Тотским Яновым есть безопасный проход. Так, сколько теперь будет стоить ценник? 6. Ну, как бы, это просто, считай, в два раза уменьшили. Ну, удачи тебе. С премиум-класса до лоу-коста снизили, это прям приятно. Так, точно, немиров. Немиров. Нужна именно дорогая водка немиров. Надеюсь, она у тебя есть. Это украинское пиво. Это что у нас? Вот она. Полторашка будет одна стоить, а одноразовая будет стоить 900 рублей. Я не уверен, что он, кстати, одноразовый принимает, но сейчас посмотрим. Нам же надо вроде два раза его спить. Братан, пожалуйста, прими. А-а-а, ну прикинь. Прикинь, блядь, какой жмых, а? Одноразовку не берет, говорит. Ты говоришь, что за детская херня? Мне нужна только нормальная водка. Пиздец. Сейчас, возможно, даже двухразово не примет. То есть только полновесную бутылку, так сказать, полную, блядь, до верхов. 1500. Ебать. Вот, есть трехразовая за 2 косаря. Я сейчас он и ее не возьмет. То есть я уже в 3000 вдарился в чисто в водку. Ух, сука, ну ты, конечно, ну ты, блядь. У меня просто нету слов. Я спустил 5 косарей на водку. Ну, блин, такова жизнь. Есть водка, будешь? Конечно, 0,75 сразу. Хорош, дядька. Чтоб руки не дрожали. Че, мимо кассы, бля, половину вылил. Все, руки не дрожат. А, подожди, а, хотя ладно, ремонт потом сделаю. Ну, поехали смотреть. По ценникам. Да, немножко все снизилось. Блин, может ему еще дать все-таки вторую? Сейчас я, конечно, сохранюсь. Там просто баг раньше был, что он пил трехразовую и улетал в обморок сразу с первой бутылки. Сейчас попробую дать ему вторую, если она, конечно, будет. Пиздец, 2400. Я могу, кстати, продать обратно за 200 рублей. Заебись. Брат, нужна еще одна водка. А вот еще бутылка горячего чая от бороды. Угу, а нет, просто водка. А, кстати, ему, походу, можно еще чай от бороды заливать. Чтоб работа спорилась. Да, да, только не вырубайся, я тебя прошу. Только не откидывайся, не падай в сумрак. Все, нормально, да? Так, я могу передать твои извинения барже, если я его встречу. О! Это про судьбу трех товарищей, наконец-то КПС у нас появился. По деньгам уменьшилось? Да, да, слушайте, один хер, если деньги отработал, потому что упали ценники конкретно. Давайте смотреть. Первое, выносливость, блядь, 100%. Прям очень хочу бегать. Дальше, крепление модулей, блядь, невероятно нужные. Второй модуль тоже нужен. Я без него просто не пропаду никуда. Так, гашение удара. Пусть будет. Дальше, вес броника, либо долговечность костюма. В принципе, он довольно долговечный, если не получать прям прямого урона.
въебальник, то он довольно долговечен, поэтому эти 5% не сыграют. А вот 5 килограмм мне... 5 килограмм это как раз таки плюс контейнер, поэтому как бы, ну тут вообще без вариантов. Броня либо гашение удара. Кстати, цифры очень маленькие, 5% вход здесь. Так, многослойные поликарбонаты, карбоновые колонки предотвращают... Кстати, я уже по деньгам в 33 уехал. Тут какие-то прокачки на оружие важные есть. Надежность можно, кстати, реально прокачать на вале, очень даже нужно. А калаш, наверное, качать не буду. Шлемак, вот шлемак, да, защита от химозы сюда. Здесь радиация, либо псишка. Ну тут псишка плюс 100%, она стоит гораздо дороже, как бы это вообще без вариантов. То есть у нас теперь от псишки прям хорошая защита, ну, как говорится, терпимая. Так, братан, подожди, постой здесь. Сейчас будем мозговать, что можем сделать с Айгой, потому что я хочу в нее выйти. Может даже сейчас тост продадим. Сейчас будем вообще продаваться по максимуму. Легкий оружейный мусор. Большие оружейные запчасти. Ну сейчас как-то будем пытаться чиниться, я не знаю. Хотя можно вообще как-то починить. Она даже не чинится. В смысле, детальки тоже 25% что ли работают или что? Нет. Так какого хера? А, вот, это были мелкие детали. Все, сайга, вот. Я теперь могу использовать как раз таки маленький оружейный мусор. Да-да-да, поехали, поехали. Но это все равно не хватит, блин. Это все равно не хватит. Этого все равно не хватит. А почему кончился у нас этот? Не понял. А, оружейный мусор, сейчас. Уже как раз таки для этих вещей и нужен нам. В смысле, а почему нет вспомогательных предметов? Что за приколы? Что за приколдесы? Нормально собираешь мусор, а он даже типа для авторемонта вторым слоем не идет. Это что за приколы? Блин, на того 22%, 3% не хватает. 3% говёных не хватает, чтобы начать ремонт. Ну что это такое? Сколько мне еще нужно сломать стволов, чтобы, как говорится, это все дело пошло? Я не знаю. То есть мусор получается вообще бесполезен. Он ни для чего не нужен, он ничего не ремонтирует. Блин, не хватает буквально крополя, и там не поднять никак, я так понимаю, да? Вообще никак. Базовое улучшение состояния, стальная пряжка, для ремонта помогает, для очистки. Но сама по себе она не работает. Я куда выкинул? Куда выкинул? Я расстроен, я не знаю, можно, конечно, сейчас рискануть сломать ТОС целый, прокачанный, который можно продать. Мне нужны просто детальки, буквально пару процентов догнать. Блин, ну стволы тут даже самые дешманские. Хотя он косарь 800 на продаже стоит. Блин, они вообще не платят никаких денег, типа, тебе за такие вещи. Кстати, у него есть детальки. Большие оружейные запчасти. Стоп, сохранились. Может быть, нам это сейчас поможет, подождите. Большие оружейные запчасти, раз, два, три. Мусор у меня вроде бы так был. Маленькие оружейные запчасти я тоже куплю, 5000 получилось. Так, а ну, секундочку. Сюда, родная. Нет снаряжения, наоборот, вот так. Вот так, плюс вот так, все, да? Должно хватить сейчас. Фу, блин, благо я додумался, что-то я решил вспомнить, что в продаже должны быть еще и оружейные мусора вот эти вот. Все, как раз у нас получилось ровно. Замечательно. 25-ка, поехали. Не дай бог, сейчас этот гребаный кейс не сработает, я... Ну, просто заору. Так, для дробашей у нас кейс был. Еще и двухразовый. Все! Так, теперь ищем оптимальные варианты процентов. 8 за раз, а он сколько чинит? Плюс 28, без нихера. У нас 2 захода, то есть 50 хера мы точно поднимем, дальше догоним. Аврора восьмерку дает. Прям, может забрать сейчас все, что здесь есть. И... Короче, делаем ход конем. Нажимаем забрать все. Внутри нас сейчас 58 килограмм. Я потом обратно это выложу, не переживайте. Просто мне сейчас долго будет искать, ну, все оптимальные вещи. Сразу, сайга. Вот теперь смотрим, максимальный процент. Походу 8 это максималка из того, что мы можем выжить. Зря забирал весь мусор. Да, 8 это походу максималка. Ну, это сильная цифра на самом-то деле. Надо только найти, что лучше использовать. Тут у нас что? Масло двойка. Блин, двухразовая. Просирать ее на ремонт не хотелось бы. А тут у нас что? Аврора одноразовая. Но это уже не так страшно. И тут у нас что? Растворитель, который одноразовый. Поехали, репейр. Ну все, сейчас заживем, сейчас так заживем. С Айгой. Попрет небольшая экономия патронов. Как бы, ну, это просто благодать же ж будет. И вторые 8% с Авроры.
Так, что у нас там получилось? Что, сотка залетела? Где наши метаданные? А, состояние сайги. 97%. Блять, идеально. Просто перфекто. Малышка в действии. Пошли, посмотрим, что с ней можно сделать. Так, калаш, прости. Ну, я калаш, наверное, прям буду сразу продавать. Я не знаю, что делать. То есть, меня вал устраивает, сайга тоже устраивает. Скорее всего, к сайге сейчас мы сможем... К ней даже ПСО-ха цепляется. Наверное, это какое-то извращение. Шикарно. Все, шикарно. Да, то, что я хотел. Просто она максимально красива. Так, точнее, не отошел пока что от бухла. 100 рублей сюда, третьевые вставки. Масса минус 300 грамм. Использование дроби невозможно. Нарезной ствол. Нет, дробь не очень нужна. Дульный тормоз квадратный на стволе. Это вообще просто 10 из 10. Удобство. Емкость магазина плюс 5. Это тоже сверхважно. Бля, я прям хочу в него вложиться. А у нас тут как бы костюм. Тут просто можно вот ту же огнеупорность поднять вот сейчас. И мне надо как бы... до этого добраться, а это по деньгам сейчас будет сильно бить. Так, химоза плюс электро... Рад, защита не нужна, потому что я смогу в любой момент сожрать, так что вот так буду прокачиваться. Огнеупорка плюс 20, да, итого у нас осталось 2000 рублей. Ну такова жизнь, были деньги и стало денег. Сейчас, конечно, немножко распродадимся, но... ну, может быть, даже немножечко распродадимся, слушайте, откуда я знаю. Калаш восьмерка будет стоить. Я продам вместе с Тозом. Ну, типа, зачем они будут просто лежать, я не буду ими пользоваться. Ну, как бы их время ушло. Оружейный мусор нихера не стоит, но он что-то и нихера не используется, честно говоря. Ладно, так, кропаль продам. ПСО-ха у меня следующими вторая, правильно. А снайперский прицел... а, ну хотя, у меня же снайперский, зачем мне нужен, я не буду пользоваться, тоже продать. Подствольник, наверное, оставлю. Глушитель 9.18, ну пусть будет. Подствольник тоже оставлю. Пистолетный АПС глушитель вряд ли мне нужен. Глушитель типа ТГА на калаши. Но может когда-нибудь к ним вернусь, поэтому глушитель оставлю тоже. Так, нашивки у тебя почем военные? По 750 рублей, сказка. Спасибо, что они так стоят. Патроны, кстати говоря, патрон 921 SP-10 очень хороший, я пока коплю его. Подствольник натовский продать нахрен. Пользуюсь в ближайшее время, собираюсь точно. Патронный пистолет. Нормально, сейчас на скриме. Я уже вижу, просто сумма хорошая получилась. Это я еще не распродавался у бороды. Сумма получилась прям очень хорошая. Патроны снайперские туда же. Калашные патроны. Ну, наверное, пока ставлю. Бронебойные явно не будут лишними. Например, перед Олимпичи, наверное, это лучше продать бородули. Так, замечательно. 26 косарей. Прекрасно. Блин, ну с такой сайгой, с таким валом. О, научные ребята пришли. Ну, считайте, мы сейчас должны закрывать просто все инциденты. Так, вот это, кстати, можно продать нахрен тоже. Почем комплект еды у тебя будет приготовление стоить? А, они, в принципе, также ни хера не стоят. Бесполезный утварь. Так, куски мяса. Тут была какая-то шкура на огнеупорность. Есть, вот она. Аж дает 49%. Это прям... это что, чья шкура? Шкура кабана, спасибо. Спасибо кабану за это. Есть вторая псевдо собаки. То есть, ну нормально, мы сейчас должны покрыться. Мы должны будем зайти в эту херь, в огненную. И, как говорится, забрать тот скат, который наверху. Потом пересоберемся и пойдем то же самое сделаем с химозой. Которая, ну где у нас друг этого лежит с кардана. Так, ладно, сейчас тогда, ребят, короче, я раскидаюсь. Что это за пис, еще время тратить. И мы тогда продолжим. Я, короче, сначала обосрался, думаю, что за херня, что все отвернутые, какая-то стримота, блин. Они тут, не знаю, в угол поставили, что ли, заказы не доставили. Странная ситуация. Я, ребят, короче, посмотрел по охранной прежде серии. Уже просто получается там почти на час, поэтому придется некоторые вещи там обрезать, вырезать. На этом мы с вами пока закончим в этом заходе. Я все, что мог, продал, распродался. Получилось так, что броник максималка, прям фул. То есть все, вкачал все, что хотел, это максималка. Шлемак то же самое, вал не трогал, он, в принципе, так еще хорош. А, собственно говоря, у Сайги вкачал минус массу, надежность, отдачу, емкость магазина. То есть рабочая пушка, в принципе, рабочая ситуация на все 150. У нас сейчас довольно сильная псизащита. Я думаю, в той серии в будущей пойдем, сходим, завалим того контролера, который находится в шахте, в этой говорящей. Плюс, собственно говоря, пойдем с Ноем на плата. Там как раз таки дохера военных, дохера нычек будет информация. Возможно, за одну серию постараемся захватить, собственно говоря, и поход в химическую аномалию. То есть нам осталось здесь реально на затоне, ну, из важных вещей, это вот, ну, сходить на плата. Еще отдать наемникам хавку.
Это контролер и, собственно говоря, третий друг для нашего потрясающего кордона. На этом все. Мы закрываем и выдвигаемся, ротируемся на территорию Янова, где я буду готов, блядь, ну ко всему. Прокачались, все прекрасно, все хорошо, вообще все нормально, подраскинулись. Тут даже некоторые вещи, мне кажется, все-таки можно подраспродать, которыми я особо пользуюсь. Прям можно подраспродаться, посмотреть, так сказать, покрутиться. Но всецело, в принципе, сейчас я доволен тем, что получилось. Сборка просто охеренная. Пушка, конфета. Дульный тормоз этот новый, просто квадратный, охеревший. Сюда бы еще добавить темпа. Там вроде есть прокачка на темп, но она, блин, очень дорогая. Ну и я пока не знаю, насколько сильно будем гореть в огненной аномалии, но у нас есть защита от огня. Хотя защита от огня минимальная, потому что я сделал некоторые прокачки. Блин, но если шкурами обмаз... А, у нас огнеупорка просто минус от этих идет. Если нацепить на себя огнеупорку с этих вот двух шкур. Ну, какие-то бусты получим. Может, куплю себе этот фреоновый токоотводник. Теплоотводник. Может быть, нам это даст. А ну, братан, сейчас интересно у тебя посмотреть, есть у тебя такие при бомбасе? Сейчас просто нужно будет идти. Блин, нихера, кроме рубежого горба, не вижу. Это печалит меня. У него раньше были. Ну, это ладно, это моменты чистого перезаходить пару раз. Как говорится, без этого сталкер не живет. То есть перезаходы для обновления товаров — это, как говорится, вещь, которую используют все и вся. Без нее просто играть невозможно. Ну, потому что, видите, у них только остался почему-то верблюжий горб на этот раз, в этот день. Ладно, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки и пока-пока.